В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Маскер. Здесь. Здесь кто мы? Да, здесь у нас. Сейчас. Мы можем и сверху 35 сделать. Это все зависит от того, чего зависит. От желания сделать симпатичнее. Если вы делали везде 25-25, делайте 25. А если вы везде делали 35-35, так делайте 35. 25 для чего делаете? Не 35. Можно 35, пожалуйста. 35 это делается более, так кажется, более грубо будет смотреться. 25 аккуратнее. Поэтому здесь 25, здесь 35. Ну вот, полностью разметили мы. Полностью разметили. Ну и что у нас получается? Получается у нас здесь такая интересная вещь, что вот у нас складка будет. Складка, вот бисектриса, да? Бисектриса, она же линия гиба. The bisector is a folding line. Is the folding line. Вот это у нас бисектриса. Вот здесь что получается? Здесь сложность в чем? Что вот это у нас линия гиба. The folding line. This folding line. Она у нас отгибается в эту сторону. То есть вверх, да, смотрим. Вот это вовнутрь у нас отгибается, как бы вдавливается. Это у нас линия изнутри как бы вдавливается. Ну и это у нас складка изнутри, да? Изнутри. Изнутри, да. Вот. Для этих работ у нас есть такой прекраснейший конвертогиб, который нам сейчас в этом поможет. Значит. Давайте я вам так немножко. И сейчас вот этим конвертогибом будем эти все кромки отгибать. Там видите, у него какая-то глубина захвата называется. Глубина захвата потрясающая. 250 миллиметров. Представляете? Глубина захвата. Так. Значит. Теперь. А вот эту линию мы сейчас отогнем. Эту линию отогнем, она у нас. Какая глубина до захода? Ого! Вот это да! Так, ну чего? Чего, видите, глубина захода? Глубина захода больше, чем 250. Так как у нас там запас еще есть. Скрутируется тут. Да, тут совсем печалька. Получается 26. Чуть-чуть не дотягивает. Так как у нас всегда с запасом все, мы можем немножко подрезать. Если бы нам все-таки добраться до этой линии. Значит, мы его срежем, потому что там будет. У нас там будет лишнее. Немножко срежем. Вот, и теперь
добраться. Теперь легко. Так, отмыслился. Ай, как четко. Так. Вот эта линия у нас идет. Она у нас идет. Вот так надо гнать. Вот. Поворачивать. Вот так. Перенесем. У нас еще какая линия идет. Сейчас вот отгибаем уже таким способом. Не слепую. А если, конечно, профессионал, можно и слепую. Но если куда в сетке немножко аккуратней. Так. Так. Вот у нас есть теперь линия. Так, немножко мы промазаем. Так, немножко промазаем, да. Страшно. Мы же учимся. Промазали немножко. Так, вторая попытка.
Так. 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 Вторая попытка. Вторая попытка. Все равняется. Сейчас, вроде бы, что это получается?